Как только на деревьях появляются желтые листья, у каждого в душе возникает вопрос: ну когда же лето? И появляется так называемая осенняя хандра. Сегодня попробуем узнать у жителей нашего города, как они с ней справляются. Пойдемте. Скажите, пожалуйста, случалась ли с вами осенняя хандра? Вы знаете, что это такое? Нет, все в делах и в работе. А дайте какой-нибудь совет людям, которые страдают от осенней хандры. Как ее избежать? Как от нее избавиться? Сад, огород, прогулки, чтение, интернет и так далее и тому подобное. Спасибо большое. Кстати, интернет – хорошее средство от осенней хандры. Залез на трое суток и не вылезая, и во что-нибудь играешь. Класс! Отдайте какой-нибудь совет людям, которые страдают от этого. Как можно избавиться? Гулять, пить чай травяной. Улыбаться, радоваться жизни. Так как вы, улыбаться? Конечно. Ходим гулять, да? Ходим по нашему любимому городу, который очень любим. Где же Семен? Ну и стараемся улыбаться. Просто широко улыбнитесь. Как можно избавиться от этого вот унылого состояния осеннего? Да гулять больше, по-моему, надо. Лес у нас замечательный, по лесу ходить, и все. Я сейчас увлечена очень аудиокнигами. Да, вот сейчас читаю Рыбакова, не могу оторваться. Спасает, да. Помогает? Очень-очень хорошо. Находить позитивные моменты в жизни, искать что-то для души, радоваться каждому новому дню, осеннему листочку и всего. Как утверждают жители нашего города, чтобы осенняя хандра вас не застала, надо побольше гулять по городу, по лесу, наслаждаться жизнью, ну а самое главное – радоваться желтым листочкам. Для вас все выясняли Кирилл Васенин и Артемий Глазков.